Ну и самое главное, философская загадка вам напоследок. Хызыр Апаев, нападающий, который провел в премьер-лиге, ну, не так уж и много, но, тем не менее, под 50 матчей. Не все они были сыграны целиком. Но кто же не знает Хызыра Апаева? Хызыр Апаев в свои 32, по-моему, полных года на этой неделе забил первый гол в премьер-лиге, российского чемпионата. В этом матче его команда играла с московским «Торпедо», «Факел». А в московском «Торпедо» Игорь Лебеденко забил самый пожилой гол в истории премьер-лиги. И вот я думаю, это Лебеденко не стареет, а премьер-лига прогрессирует. Или это вот аналогично Хызыр Апаев спрогрессировал наконец свои 32 года, такое бывает. Или же все-таки что-то не то в чемпионате.